Дедушка Мороз. Не плачьте ты. Ну, пошли. Ну не плачь, такой красивый зайчик. Дедушка Мороз. Показывай дедушке, куда идти, он же не знает, наверное, забыл. Куда надо идти? Хорошо. Ну, вы в этом году молодцы, подготовились. Костюмы одели, красивые. Ой, какой зайчик. Привет, зайчик. Ну, покажи дедушке Мороз, где надо садиться. Покажи ему. Вот здесь надо садиться. С Новым годом! Ой, тяжелый мешок мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, как дела? Хорошо. Ты хорошо себя в этом году вел? Да. Точно? Да. Ну, я смотрю, ты подготовился к моему приходу. Оделся красиво. А кто плачет рядом стоит? Кто это? Максим. Хорошенький плачет. Максимка. Расскажи дедушке Морозу, чем ты сегодня... Здравствуйте, дедушка с бабушкой. Вы за год совсем не изменились, молодцы! Молодцы. Ну что, может быть... Так, погоди, может быть, ты расскажи дедушке Морозу какой-нибудь стишок или песенку. Надо же заработать, он так старался. А у меня есть какая-то песня. Давай. Ой, песенку мне, пожалуйста. Я солнце... Делать было нечего. Делать было нечего? Да. Такая песенка? Да нет, это сказка такая. А, ну давай. Делать было нечего, делать было нечего. Ха, подожди. Я зимние сказки люблю. Ты зимние сказки знаешь? Да. Песенки какие зимние знаешь? Да, знаю. Ну, спой мне, пожалуйста. Нет, не видно головы. Вот, все. Теперь и Данюшку видно. В лесу родилась елочка, знаешь песенку? Да! Ну давай пой! Маленькой елочке холодно зимой, и из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке саликов цветных, лозовых пряников и сок золотых. Ой, молодец! Я ж вспотел даже. Ох, здорово! Давай подарим тебе что-нибудь. Подожди. Ты читать умеешь? Умеешь читать? Да, буду. Давай, будешь, да? Так, да. Твое имя написано здесь? Да. Да? Что здесь написано? Даник Яху. Правильно! Бери. А ты, малыш, хочешь подарочек? Давай. Иди, может, дедушка Мороз тоже что-нибудь подарит? Иди. Хочешь подарочек? Подарочек. Давай, за ручку, за ручку. Вместе. Что, подожди, я твой посох поставлю. Ну что, ну я не знаю, что. Мне гномики что-то там завернули. Гномикам же ты сказал, что ты что-то хочешь. Подожди. А мне хочу амелочку. Это для... Фейл? Это не подписанные гномики не подписали. Это, наверное, в другой дом. Подожди. Это я забыл подписать. Гномики, гномики. Слушайте, а про маленького братца что, совсем забыли, что ли, эти гномики? Ну, Даник, смотри, это все тебе. Это все тебе. Ну, ты хоть говори дедушке Морозу спасибо. Спасибо. Ну-ка. Это все Максимки. Не знаю, помоги. Поможем дедушке Морозу. Помоги, Данюш. Сейчас. Сейчас. Да подожди, не рви сумку, дедушка, папа. Дедушка, папа. На, Максим, это тебе. Вот. Мне кажется, он навалял. Что опять, это? Опять классного рамена. Ну, какой красивый. Но... О, на еще завернули гномики что-то. Ой. А кто же будет спасибо говорить дедушке Морозу? Спасибо. Во! Вон!
Ну ты шустрый. Да. Подожди, а песенки мне петь? Что ж ты на одну песенку все подарки открыл? Вот тебе раз. Может, танцуешь чего-нибудь для меня? Ух ты! Смотри, Максимка, что ж ты так не открываешь? Ой, помоги ему! Дай! Могу! Ох ты, подарок! Могу! Да, ап! Ап! А вон, смотри, Микки! Подарки, похоже, перепутал дедушка. Надо было это дарить Данику, а это дарить Максимке. Эй, это мой подарок. Ну, жмите на него, на этого Микки. Иди, Максима, играйся. Ну, давайте, ребята, позабавьте меня. Танцуй, танцуй, Макси, танцуй с ним. Ну, молодцы, молодцы. А где твое классование? Это мои подарки. Ну, следующий Мороз, ты уже пойдешь, наверное, к следующим деткам? Скоро, да, надо идти. У меня столько домов обойти надо. Я тебе ночью еще подарки принесу, Данюша. Ночью? Да. У меня там еще целая куча в стоях лежит. Мне все не дотащить было. Налейте мне вина побольше, мне еще нести подарки в Польшу. Подарки в Польшу? Да. Я уже в Польше был, не сбивайте меня с пути. Я иду в Канаду сейчас. В Канаду? А я в Уругвай. Я даже пошел в Канаду. Да. А это сквыч? Это, Слава, это песня дискотека Ваня. Ладно. Ты можешь с этими гадами на школьник. Ага, ого. Ой, ну это не сейчас, потому что я вам съест. Ну что, Данюша, увидимся в следующем году. Ну, пожалуйста. Потом. В следующем году приходить тебе? Да. Ты будешь себя хорошо вести? Да. Ну, напоследок, расскажи стишок еще какой-нибудь для Дедушки Мороза. Расскажи мне еще что-нибудь. Я тебе вечером принесу еще целую кучу подарков. Расскажи Дедушке Морозу что-нибудь такое. Давай лучше песенку. Ну, давай лучше. Лучше песенку. Давай опять про маленькую елочку. Давай, это моя самая любимая песенка. Маленькой елочке холодно зимой. И весну елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных. Розовых пряников, сысок золотых. Розовых пряников, сысок золотых. Браво! Молодец! Отработал, молодец. Ну что, будем фотографироваться с детками или как? Да, хочу! Давай!